Так, это Юпитер. Уже совсем мутненько, совсем близко к горизонту. Со спутниками. А вот и Сатурн. Да, уже даже колец не видно. Ну, на предыдущих дублях было видно. Слишком уже близко к горизонту. Слишком через плотные слои атмосферы. Приходится на эту красоту смотреть. 22 декабря 2020 год, 16:26 по Киеву. А может быть, просто облачко накрыло, потому как небо не чистое, и такая дымка присутствует. Может, сейчас еще и что-то сможет чуть попозже разглядеть. Ну, эллипс только видно Сатурна. Ну, предыдущие два дубля были, конечно, значительно качественнее. Видно, не было еще этого облака. Да. Ладно. Просто так, значит, так хотя бы зафиксируем 7 угловых минут между Юпитером и Сатурном. Посмотри. Убегают. Два глаза. Должны прячься здесь. Так, справа от Юпитера первый идет Ганимед, потом Ио, потом Европа и Каллисто за Юпитером. Да, оно уже совсем мутненько. Ну хорошо. Можно посмотреть предыдущие два дубля. С той локации меня выгнали добрые собачки своим лаем. Замерзло. Все ручки управления замерзли на морозе. 22 декабря из 22 декабря. Ой, как все нехорошо. Вот так же лучше. Вот вам линия терминатора. И рядом Марс. Вот, кстати, Марс. Ну, хорошо. Извините, ребята, сейчас не до вас. Да, тут уже и не ручки, тут уже и ножки замерзли.
только в штатье. Ну да, весьма схематично. Хорошо. 22 декабря 2020 год. Харьков, 16:31 по Киеву.